Привет, мои дорогие друзья! В этом видео я покажу мою самую любимую коллекцию маленькую монет Казахстана, а также хочу зачитать интересную таблицу. Возможно, она морально устарела. Таблица за 2008 год. Значит, запасы серебра основными странами мира в тысячах тонн. То есть, у кого, в какой стране больше всего типа серебра, а также сколько получается грамм серебра, то есть грамм металла на тонну добывают. То есть вот когда, допустим, перерабатывают руду, вот с одной тонны породы, грубо говоря, сколько грамм появляется серебра, то есть сколько надо перелопатить породы, чтобы получить там какое-то количество серебра. Итак, я сейчас буду немножко удивлен. На первом месте по количеству серебра находится Россия. То есть это данные за 2008 год. В России 111,2 тысячи тонн. На втором месте получается Польша. 81 тысяча тонн. На третьем месте США. 87 тысяч тонн. На четвертом Мексика 68 тысяч тонн. На пятом Таджикистан 65,8 тысяч тонн. На шестом Перу 61,5 тысяча тонн. На седьмом получается Боливия 56,6 тысяч тонн. На восьмом Австралия 45,6 тысяч тонн. На девятом Казахстан 38 тысяч тонн. На десятом месте ЮАР 31 тысяча тонн. На одиннадцатом месте Аргентина 34 тысячи тонн. На двенадцатом Канада 34 тысячи тонн. И на четырнадцатом получается месте Чили 26,5 тысяч тонн. Вот такой интересный списочек. А теперь еще веселее дальше данные. Значит, получается, сколько породы, вернее, в одной тонне породы, сколько находится серебра. На первом месте, то есть, допустим, с 1000 тонн перебранной породы, в Канаде добывают 400 грамм серебра. А, например, в России 100 грамм серебра с 1000 тонн породы, а в Таджикистане 80 грамм, и в Казахстане тоже 80 грамм добывают. Так вот, теперь еще интересный нюанс. Смотрите, вот эта монета Казахстана. Это казахский снежный барс, что я все время сибирский называю, не знаю, снежный барс. Одна из любимых моих монет. Прикол в чем, что в Казахстане монеты из серебра стоят очень дешево, то есть они продаются фактически по рынку серебра. Но Казахстан находится там фактически на 10 месте, на 9, по-моему, месте. Таджикистан находится выше. Надо узнать, кстати, в Таджикистане делают ли монеты или нет. Но Россия находится на первом месте. Какого хрена в России такие дорогие монеты из серебра? Мне кажется, что это, наверное, связано с тем, что просто львиную долю, там 98% серебра, наверное, тупо продают за границу. А вот на остальные 2% делают какие-то монетки и пытаются впарить в 15 раз дороже, чем стоит серебро, коллекционерам, то есть своим же гражданам. А вот, допустим, в Казахстане, там наоборот, они добывают, ну, меньше серебра, и у них реально меньше, там 38 тонн всего. Но в Казахстане любой человек может купить монету примерно по курсу металла. Представляете разницу? Нахера они так делают, не понимаю. По Украине данных я не нашел. Я особо не стремился искать, но прямо сейчас поищу. Ну что ж, по Украине нашел интересную информацию. Статья за 18 января 2018 года. В Украине нашли крупное месторождение золота. В Раховском районе Закарпатской области обнаружили крупное месторождение золотых залежей.
Об этом говорится в пресс-релизе госслужбы. По предварительным оценкам, месторождение содержит запасы драгоценного металла на уровне 2,4 тонны. Этот результат подтверждает перспективность дальнейшего георазведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений. Напомним, единственное действующее в Украине месторождение по добыче золота – Мужиевское. На сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 миллион цинка и свинца, разведанных запасов. В денежном эквиваленте почти 3,8 миллиарда долларов. Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы. В этом хранилище уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. Если перевести это на деньги, речь идет о 32 миллионах и 3 миллионах долларов. Это за 2018 год. Соответственно, сейчас золотишко от того времени поднялось неплохо. На 500 долларов унция. Короче, в Украине, походу, серебро добывают, но почему-то цена просто космическая. Наверное, им проще тоже закупать из-за границы. Непонятная ситуация. Я не понимаю, зачем они так действуют. Но вот в Казахстане на данный момент одна из самых приятных цен по металлу. Например, если я смотрю в США, там есть коммерческое предприятие APMEX, ну, я так ее называю. То есть это частная лавочка, и вот они, конечно, продают своего орла американского, ну, дороже. Но все равно, кстати, вам надо эту статейку, наверное, сейчас я попробую показать вам. Сейчас. Вот табличка, которую я зачитывал, можете сделать скриншот. Правда, немножко хреновато видно, фокусируется странно. Но все равно, хоть как-то вы для себя что-нибудь да проясните, учитывая этот график. Это что касается серебра. И запасы, и так далее, и добытого. Ну, интересный график все равно, интересная статистика. Посмотреть такое всегда приятно. Так что очень странная ситуация, почему в России, где больше всего якобы серебра, так дорого стоит серебро. То есть, ихний Георгий Победоносец немножко буквально дешевле. Кстати, вот очень интересный факт. В России Георгия Победоносца дешевле можно купить у перекупов, чем в банке. Вот у меня вопрос такой интересный. Где же берут эти перекупы? И они все морозятся. Я сколько раз спрашивал, в каком банке вы покупаете? Все всегда морозились. Интересно, где же они покупали? Потому что, например, того же Георгия я покупал, помню, за 1250 рублей, это было, не знаю, пару лет назад. А в банках, допустим, там у них самый крутой банк, типа считается Сбербанк, там была цена 1600 с чем-то рублей. И я не мог понять, почему так дорого продавали в банке и так дешево на руках можно было взять. Где же они берут? Неужели на какой-то фабрике может быть производство, что ли? Непонятно. Вот, что касается теперь моего любимого набора монет. Это, ну, потрясающий вообще набор монет. Я считаю, один из лучших, который есть в моей коллекции. Это серебро инвестиционное, улучшенного качества чекана. То есть, это не пруф и лучше, чем uncirculated, скажем так. То есть, по факту, практически АЦ. То есть, штемпельный блеск есть, но слегка идет такая, ну, как бы, ну, как улучшенного качества. Что-то типа наших монет обиходных, которые в годовые наборы ставят. Вот такая монетка. Вот следующая монетка. Это, получается, была... А, они все у меня, да, 16-го года. Весь набор. Вот тоже красивая. Вообще класс. Это 2 тенге. Обалденные монеты. Следующая монетка. Классная. Вообще супер. И барсик, в принципе, неплохо просматривается. Нормально видно его. Это 5 тенге. Прикольный размерчик. И вот моя любимая монетка. 10 тенге.
Размер не важен, как говорится. Обалденно. Вот 10 тенге. И на нее одну положил. Офигенно, вообще просто классные монеты. Очень клевые. Набор потрясающий. Реально, я очень доволен, что я когда-то себе успел прикупить такой один набор монет. Но жалко, что только один. Сейчас прямо жалею. Надо было брать несколько, но не было денег. Он дорогой. Это почти получается 18 унций серебра. Очень много. Но это такое удовольствие иметь эти 3-4 монеты. Ну, просто невозможно описать, насколько это приятно держать вот такие огромные монеты в руках. И вот почему-то в России при таком количестве серебра они делают только юбилейные монеты, там весом по полкило, по килограмму, по 5 килограмм. Ну, почему только юбилейные? Неужели нельзя делать инвестиционных целую кучу? Ну, вот Австралия, например. Обратите внимание, на каком она месте, там скриншот, если у вас есть, можете посмотреть. Она получается где-то на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8-м месте Австралия находится. У нее всего лишь... Блин, график пляшет туда-сюда. Сколько там у нее этих запасов у Австралии? 45 с половиной тысяч тонн серебра. Она клепает целую кучу монет. Вот в чем проблема начать делать при российских показателях серебра? Ну, вообще, я не знаю, можно завалить рынок прямо серебряными монетами. И учитывая сейчас курс на монеты из серебра, инвестиционные этих Георгиев я бы делал стоячих, сидячих, лежачих, летящих, прыгающих, каких хочешь, можно там дизайны лепить каждый день, просто новую монету выпускать с такими объемами и запасами серебра. Почему они так не делают, до сих пор не понимаю. Какой-то один дешевенький дизайн сделали много лет назад и, ну, вообще не повторяют, ничего не изменяют. Хотя на этом можно зарабатывать бешеные бабки. Куча таких идиотов, как мы, коллекционеров, инвесторов. Серебро скупали бы эти все монеты, как не знаю что. Реально, каждый юбилей, к месту и не к месту, именно инвестиционный, то есть максимально приближенный к цене металла, монеты можно было бы... Ну вот, Австралия вот лупит просто в год уже, я не знаю сколько. Считайте, дельфин, лебедь, дракон, лошадь вышла. Что там еще? Ну, еще дополнительные там что-то типа вот эта высадка на Луне там была, да, в этом году может что-то еще. А, в этом году были бык и медведь, это биржевые брокеры. Вот уже я 5 насчитал так навскидку. А их же еще больше. Австралия просто делает немереное количество инвестиционных юбилейных монет в год. А Россия делает один Георгий, и то хрен найдешь через каких-то там десятые руки по дешевке, чтобы купить. И целая проблема найти их, поездить там надо по всей России, чтобы найти эти монеты. Ну какой-то вообще абсурд, я не знаю в чем прикол. Украина тоже производит, вроде бы какое-то серебро там добывает. Не знаю сколько, но, видимо, не так уж и много, поэтому такая наценка. Но все равно можно же было добавить тоже разных каких-то инвестиционных монет. Вот Казахстан, ну, вообще просто. Мало того, что делает такую возможность для людей. Представьте, кто-то в Казахстане мог покупать в банке по цене, когда наш архистратик стоил... 500 гривен, в Казахстане люди покупали по 390 гривен вот эти монеты. Прикиньте, у нас 500, там 390. Вот вам и разница. Конечно, там люди могут набрать этих серебряных монет целую кучу. И в Казахстане я смотрел одного кренделя на YouTube-канале. Он интересно рассказывал, короче, что типа в Казахстане ты можешь купить эти монеты, а потом отдать их в банк. Ну вот так он рассказывал, не знаю, не проверял эту информацию. Кто с Казахстана, напишите, так ли это или нет, что можно набрать инвестиционных монет, сдать их в банк, и из-за того, что они там лежат в банке, банк платит тебе процент за то, что ты там хранишь, то есть как бы твой драгметалл, он становится неким обеспечением банка, то есть банк владеет фактически этим металлом, и он указывает на какие-то там кредитные всякие операции твой металл как их, скажем так,
этот, подушка безопасности, да, то есть вдруг обанкротится банк, конечно, он изымет тогда это серебро и тебе выдаст какие-то бумажки. Ну, надо читать, конечно, договор, но я так себе это представляю, наверное, это такое. Надо почитать, конечно, но это же охеренно круто. Вот, например, если бы, ну, Национальный банк, вот там в той же России до хера серебра, да, первое место там в мире на 2008 год по этому графику, не знаю, как там реально, но они могли лупить целую кучу этих монет, продавать их людям, люди бы сдавали их в банк, банк бы мог гарантированно использовать этот металл в своих инвестиционных дальнейших целях. Но это, наверное, создано для того, чтобы, знаете, как... Ну, чтобы поменьше богатых людей было. Люди нашли какой способ. То есть у людей самый простой способ зарабатывать денег, скажем так, в тени, да? Вот теневая возможность дохода. Это что? Это вот коллекции там купил-продал, какой-то мелкий бизнес в интернете купил-продал. Кстати, мне кажется, что так как цифровые технологии развиваются, скоро будут залазить в карман уже в интернете людям. Вот, ну и что, недвижимость, да, купил-продал или купил-сдал. Вот это вся возможность у людей зарабатывать. А вот же металл есть еще, на котором можно просто мега-бабла рубить. Ну, чего-то они не используют эту технологию, эту возможность. Не знаю, с чем это связано, но я бы, например, хотел бы, чтобы, ну вот, даже в той же России начали вот так выпускать, да, хрен с ним того же Георгия, но каждый год можно разного делать. И вот такое, унция, 2, 5 и 10 унций, представляете, как было бы прикольно. Посмотрим, что будет дальше. Но вот в Украине тоже было бы классно, если бы не 10 гривен юбилейный выпускали, которые вот эти так называемые памятные, типа для обращения, да, вот такие. А выпускали бы такие 10 гривен из серебра. Прикиньте, как было бы круто. Унцовые, то есть инвестиционные, но в то же время памятные. Именно инвестиционные вот такие монеты, десятки были бы. И тоже 10 гривен номиналом. Вот это было бы круто. Такие, пруфовские, как вот Австралия делает. То есть по 3 монеты в год. Помимо архистратига. Это было бы уже в Украине 4 инвестиционных монеты. Но по цене архистратига хотя бы, хотя очень дорого архистратиг продают, но хотя бы по цене архистратига, блин, как бы НБУшникам туда донести эту информацию? Им, конечно, скорее всего, будет пофигу, но было бы реально приятно вот такое, чтобы они замутили. Мы бы, как инвесторы, это, ну, выгребали бы за каждый год, там тираж какой-то, чтобы делали, ну, хоть 5000 штук, не знаю, 10 тысяч штук тираж. Небольшой вроде бы тираж на весь мир. Собиралась бы серия, коллекция. Но на самом деле милитари тема это немножко тупая для всего мира. Во всем мире бы вряд ли такие монеты из серебра брали. Но могли какую-нибудь флору, фауну Украины, там Красная книга Украины. Вон жетоны есть, я скоро сделаю обзор. А так могли спокойненько себе инвестиционные лупить там каждый день новый зверек. Тушканчик, суслик, ящерица, еще какая-то там. Голубь, птица. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.